Гавана, милая, я не знаю, читала ли ты прессу, но объявили, что Дэмиан выбрал Азиту. А что делаете в Лос-Анджелесе? Приехала к родным. В последнем сезоне «Принц и лорды» я зарабатывал 300 тысяч в неделю. Мне было 9 лет. Что предлагают? 5 миллионов. Что думаешь? Они у нас в кармане. Гавана, перестань. Это роль для молодой. Она дает продюсерам вставлять ей в зад и писать. Дыши. Я наняла девочку. Невероятно. Что в этом невероятного? Это не очень гламурная работа. Я не привыкла к гламуру. Пострадала при пожаре. Лицо обгорело. Люди в нашей жизни появляются не просто, мы их зовем. Тогда что она здесь делает? На экскурсию приехала. Почему тебя это не заботит? Я только что потратила 18 тысяч долларов. Поехали. Гавана, это Джером. Я ваш поклонник. Мне звонили с кастинга. 3 раза. Боже мой, Азита! Азита в больнице, у нее нервный срыв. Что? Ситуация необычная, но тебе еще нужна роль. На-на-на-на-на-на. Хей-хей-хей, прощай. Ну же, подпевай! На песке, на снегу я пишу имя твое. Речь о твоей сестре. Похоже, она вернулась. Ты немного чокнутая. Пошел ты. Я красивее, чем она. Хочешь роль, которую ты не получишь? Это было как во сне, но казалось так чертовски реально. Я живой, и я не сумасшедший! Ты же не думала, что я пущу тебя в свой мир и позволю снова его разрушить? На ступенях смерти я пишу имя твое. Свобода.